Всем привет! Если у вас нет готовой моталки, как у меня, то предлагаю сделать ее из подручных средств. Для этого нам понадобится, например, вязаная корзинка, либо другая глубокая форма. Например, это пластиковый контейнер, может быть. Китайские палочки нам понадобится только одна. Или, например, карандаш. Также два зажима, которые используются для бумаг. Обычно канцелярские зажимы. Начинаем собирать конструкцию. Продеваем палочку или карандаш сквозь пряжу. Вот таким способом, если также нету катушки, как у меня на ней. Далее зажимы прикрепляем по двум сторонам контейнера. И, собственно, собираем нашу моталку. Закрепили палочку сквозь зажимы, и наша моталка готова к использованию. А сейчас покажу, какая проблема может с ней возникнуть. Так как нету катушки на нашей пряже, то она, подходя к концам, нитка может запутываться. И поэтому нужно будет придерживать нашу моталку. Надеюсь, видео было полезным. Желаю всем отличного настроения и хорошего дня!